кращі молоді підприємці міста Миколаєва. Мені трудно представити кого-либо іного на місці наших персонажей. Два герої під прицілом наших камер. Що тут у нас сьогодні? Їм належить зайнятися управлінням у невластивій їм сфері бізнесу. Я поняла. Хорошо, тому що я не в курсі була. Я понял, никогда с этим не сталкивался, но вижу, что это такой же бизнес, как и все остальное, очень тяжелый бизнес. Это столько дает драйва, это не страшно, это даже интересно, это прикольно. Ты по-другому себя чувствуешь. Чи справляться вони с викликом? Чи будуть їх рішення ефективними? На мой взгляд, нашему агенту не удается Елизавету вывести из равновесия. Реальні події, реальні люди, реальне шоу. Кращі молоді підприємці міста Миколаєва. Зі своїми неординарними ідеями. Тільки 3 дні на прийняття правильних рішень. Два герої під прицілом наших камер. Їм належить зайнятися управлінням у невластивій їм сфері бізнесу. Кожен день учасники будуть вирішувати реальні проблеми. Чи справляться вони з викликом? Чи будуть їх рішення ефективними? Дивіться реаліті-шоу «Міняю директора». Олександр Нестеренко, 37 років. Директор магазинів «Шпалер», «Етюд». 15 років у бізнесі. Єлизавета Шепель, 29 років. Власниця овочевої торговельної точки, 8 років у бізнесі. У попередній серії Олександру та Лізі випало однакове завдання – допомогти своїм продавчиням впоратися з докучливим клієнтом. Не покладаючись на вдачу, ми запросили акторів, аби вони виконали роль прискіпливого покупця. Наші герої неочікувано відреагували на підставних покупців. Олександр помітно нервував. Ліза просто розгубилась. Виконання завдань героями оцінюють наші експерти. Олексій Кучубей – юрист, менеджер. Олександр Ухмановський – бізнес-консультант, маркетолог. Володимир Євсеєв – незалежний фінансовий радник і бізнес-консультант. Нагадуємо, експерти оцінюють Олександра та Лізу за наступними критеріями – ініціативність, комунікабельність, лідерські якості. Голосування експертів по завданню з підставним покупцем стало одночасно і несподіваним, і вирішальним у нашому проєкті. Переодіт. Почему под гопоту одели? Твоя теща так с утра послала за овощами. И без списка. И без списка, я, блин, с работы. Такой сонный. Представьте, что вы теща. Главное, чтобы теща вам денег выделила. Мы сегодня на рынке сказали, что картошку можно пробовать. Может, отрежем, попробуем? По-хорошему сложно представить себе роль директора в этой ситуации. То есть он вроде как вот и пытается вставить там свои пятаки сюда. Пятаки эти не особо удачные, но и представить себе, а какие они могут быть. Скажите мне, какой тон вы больше всего хотите? В спальню хочется, ну, что-то теплое. Что-то теплое, ближе к зелененькому, ближе к голубенькому. Нет, кто, мальчик, девочка? Тепленькое, ближе к зелененькому. Голубенькое – это холодные же цвета. Смотрите. Да.
Видите? Вот обои виниловые. Вот видите, вот я сразу говорю, вам цена отличается. Это те обои, которые моются. Этот слож... Вот эти, да? Конечно. Ага. Она очень права, потому что Лиза предлагает цвет только, а обои это то, что вот возьмите, пощупайте, какие они приятные, тактильные ощущения. А соль? Соль у меня нет продажи. Ой, это плохо. А почему соли нету? Кстати, можно записать? Сейчас, давайте, примите, я запишу. Запишите? При вас. Запишите, вот я посмотрю. Где у нас ручка? Вот сейчас, он правильно работает с жалобами. Вот только сейчас? Да. Вот только сейчас? Да. Цветочки, то есть как бы... Ну да, эти такие неплохие, но все-таки они более... Как-то женственное, нужно хорошо. А можно такого, но без крыльев? Я с перламутровыми пуговицами. Але перед тим, як стане остаточно відомо, хто ж саме став переможцем проєкту «Міняю директора», подивимось, як відбувалося голосування експертів по кожному завданню Олександра та Єлизавети. Чого би я почала? Наверное, прежде всего, я би... Ліза – директор «Мрійник». Вона багато розмірковувала на камеру. І цим все обмежувалося. А коли до магазину заходили люди, то чомусь починала метушитися та поводити себе як продавчиня, а не як справжній директор. Треба було лише покликати дійсно продавчиню, щоб вона проконсультувала клієнтів. Експерти не розуміли, чому Ліза поводиться таким чином. Ну, насправді, тут опять самое главное, це те, що вона стесняється взяти руководство. І тому голосування за перше завдання було зовсім не на її користь. Меня зовут Саша. Олександр дуже сподобався експертам своєю впевненістю і відкритою посмішкою. Він миттєво з'ясовував, як зважувати овочі і куди саме їх складати. Здавши продавчині привезений товар, легко присів в директорське крісло. Експерти практично одноголосно хвалили Олександра і, здавалося, усі віддадуть свої голоси за нього. Але несподівано Олексій Кочубей проголосував за Єлизавету, не пояснюючи, чому він так робить. Хто вважає, що Олександр справився з завданням? На перший погляд Олександр робив все добре. Мав список овочів та фруктів, які потрібно було закупити, і поступово, крок за кроком, їх купляв. Але він постійно телефонував Лізі і консультувався з нею з будь-яких питань. У тієї продавчині він закуповує моркву, чи треба піти до іншої. 10 гривень за кіло капусти – це багато чи нормально? І так по кожній позиції зі списку. Не дивно, що експерти повністю розкритикували дії Олександра у виконанні цього завдання. Тобто завдання, яке було поставлено Олександру, дуже просте. Саші слідувало б, несомненно, ізучити товар, він не складний. Ліза дуже нервувала, виконуючи друге завдання. Залучення клієнтів до магазину «Шпалер» відбувалося зовсім непросто і у різний спосіб. Але все було марно. Однак одна з перехожих таки погодилася зайти до магазину. Саме за наполегливість у виконанні другого завдання Ліза одноголосно була обрана переможцем. Підставний покупець у магазині Олександра виявився доволі прискіпливим. З будь-якого приводу він починав радитися з умовною тещою по телефону. Покупець обирав овочі так повільно і так роздумливо, що фактично зупинив роботу магазину. Саша вже ведеться як охранник в ночному клубі, який рядом вже так опа. Я жду, що зараз не можу, щоб зарядити. Така поведінка покупця помітно нервувала Олександра, але тримався він дуже гідно, чим саме і сподобався експертам. Актер красавчик. Да. Чисто ніколаївського інтелігента грає. Здесь он сделал вообще все, что должен был сделать максимально. Сашу раздергал на все сто. Олександр виконував функції директора
которые он и должен был бы выполнять. Он выступает в качестве только лишь сопровождающего общего рабочего процесса и решает вопросы, которые не в компетенции продавца. Я считаю, он выполнил это задание абсолютно нормально, потому что в данной ситуации конфликта не было. Он не был вынесен за компетенцию продавца. Александру нужно было просто действительно попить кофе. Его задача была вмешаться, когда капризный покупатель начал задавать абсолютно адекватные вопросы по ценникам. Александр, что хорошо, что он все-таки в конце взял инициативу в свои руки и наконец-то сделал правильные действия. Да. Коли в магазині Лізи з'явився підставний покупець, який потребував до себе уваги та професійної консультації, Ліза розгубилася, незважаючи на те, що директорствувала вже третій день. Дійсна продавчиня не завжди приходила на допомогу і, врешті-решт, будь-які відповіді на питання покупця у Лізи досить швидко скінчилися. Виконуючи це завдання, Ліза своїми діями нагадала експертам повітряну кульку, яка під кінець таки неминуче здулася. Тому і шансів бути переможцем у виконанні третього завдання у Лізи не було. Її попытка роботи з покупателем, вона була очень-очень, звісно, тщетною, назовемо її так. Так, голосуємо, друзі. Після підрахунку набраних героями балів за всіма завданнями, голоси експертів розподілилися неочікувано. Ліза ж, в свою очередь, к сожалению, продовжила свою лінію поведіння, ви знаєте, так називається, дерев'яне. Оба учасника не слишком хорошо вошли в новий для них образ директора і руководителя магазина. Мое математическое подсознание говорит, что, кажется, там должно выйти по нулям у них у всех. Валентин, так что, снова камень-ножицы-бумага або математический розрахунок сухий? По-моему, результаты очевидны. У нас боевая ничья. Это большой эксперимент, но этот эксперимент уже имеет свои результаты. Валентин Бельский пообещал мне, что благодаря этому проекту, возможно, мой бизнес зайдет на новую ступеньку. Попросим Елизавету показать нам несколько приемов вовлечения клиентов в салон прямо с улицы. Был выбран формат поменяться бизнесами. В принципе, решили попробовать. Ну, думаю, что была не была. Мне трудно представить кого-либо иного на месте наших персонажей. Имею в виду иного, не члена клуба директоров. Потому что наш член... Если же мы говорим о самой идее программы, то, конечно, я горд за Николаев, что ТРК Николаев в моем родном городе начал снимать реалити-шоу. Мне, безусловно, понравилась программа, понравился сам проект, его идея, потому что и программа, проект несут в себе два элемента, которые мне очень нравятся. Это элемент критицизма и элемент идейности. А не надо трогать? Хорошо. Не сыграли мы нормально. Нормально. Идея интересная нашему бизнесу, нашим предпринимателям. Действительно следует учиться и помнить о том, что управленец, директор, а это в первую очередь управленец, он должен быть достаточно развитым человеком и знать не только свой бизнес, но и в принципе
принципы управления. Конечно, столкнулся с новой деятельностью для себя, интересной. Понял, что все это не так просто, как кажется иногда. И с большим уважением сейчас смотрю на людей, которые занимаются овощами. Хотя я отработал грузчиком. Вот! И за это не надо было платить. Ага, хорошо. А где продавец пошла? Вы не в курсе? Вообще вышла, да, из магазина? Да, из магазина вышла на 5 минут. Ага. Наши герои делали все, что было в их силах. Это была первая программа, поэтому мы им только аплодируем, как смелым людям. Как считаешь, нам удалось помочь нашим героям добиться их цели, как ты считаешь? Реализоваться в этом проекте? Допомогли, тому що вони зверталися за допомогою з якимись питаннями і відчували від нас в першу чергу моральну підтримку. Надо буде задати все-таки вопрос. Ощутили ли они достаточно от нас поддержки и помощи, или же в следующий раз они бы поиначе бы поступили? С чего начать? Ой, здравствуйте! Было много интересных приключений, даже небольшие конфликты, которые многому тоже меня научили. Как там видеосвязь по телефону была? Вы снова рассчитывали? Ну, конечно. У нас маленький инцидент відбувся. Мы забыли, розрахувався Олександр за яблука чи ні? На сцену Олексій Кочубей. Олександр Ухмановський. Ну і туалетна бумага в качестві асортименту. Кстати, популярна тема. Да, так, на кожному. Ви взяли туалетну бумагу? А ви? Після наших овощей. Ви так хорошо говорили, поки я вот это з мікрофоном по вам не подошла. Что касается результатов и ничьи, которая произошла, с моей точки зрения, я бы все-таки пальму первенства отдал бы с небольшим зазором Лизе по одной главной причине. По той причине, что Александр, в моем понимании, гораздо более сильный игрок. У него очень здоровский потенциал. Так, кто там с утра пораньше? Здесь моя жена беспокоится, как я справляюсь. Мне казалось, что он должен был бы просто очень чудесно выглядеть. А вот второй, третий конкурс как-то вот снивелировали первое ощущение. А что мне еще сказать, что если вы говорите, что вы здесь покупаете обои, и если вам здесь нравится покупать, то значит, когда вы надумаете делать ремонт, то вы придете сюда покупать обои, правильно? Она не растерялась, во всяком случае, она сумела поработать с людьми, так как она это видит, и может быть это было даже по-своему неплохо. То есть она умеет находить общий язык с покупателями, делает это спокойно, непринужденно, поэтому, я думаю, в принципе, было все хорошо. Я очень переживала, когда снимали у меня, я очень переживала, как Саша съездит на оптовый рынок. Я даже, если честно, не совсем успел испугаться. А когда появился здесь Александр, то торговля пошла веселее. Сложности были в том, что не знал точно, где покупать. И мне не хотелось, конечно, девочке купить товар, скажем так, не того качества или не по той цене. Как-то немножко я за это переживал, и переживание меня сбило. Я растерялся на рынке. У тебя не было ощущения, что кто-то хочет тебя надурить, как нового человека для этих закупок? Обязательно кто-то хотел меня надурить. В этом я даже не сомневаюсь. Думаю, для первого раза у меня были и большие неудачи. Думаю, для первого раза было неплохо. Добігли свого логічного фіналу, зйомки реалити. Добігли свого логічного фіналу, зйомку реалити.
Заклинило. Чтобы, проходя все тяжелые этапы предпринимателя, нам все равно было от этого хорошо. Нужно развиваться, не бояться, работать со своими комплексами какими-то и расти дальше. Потому что неизвестно еще, с чем в будущем жизнь может нас столкнуть. То, что эта передача первая и у нее будет однозначно будущее, я в этом не сомневаюсь, позволит для тех людей, которые занимаются предпринимательством, и для тех, кто заинтересован в успешной предпринимательской деятельности, а если ты занимаешься бизнесом, быть неуспешным смысла нет, позволит этим людям увидеть самые разные возможности, перспективы для себя, почувствовать, что на самом деле бизнес – это не рутина, иногда бизнес – это и игра. Но, несомненно, что они были достаточно скованы, и то, что мы в кулуарах обсуждали с экспертами, это то, что они не могли себе как-то дать возможность, ну, позволить себе, знаете, так разойтись, разухабиться, вот тебе дают чужой бизнес, на, играй. Обоим участникам было весьма не просто. По-хорошему говоря, каждый из них в идею принял смены директорства, однако ей не проникся. В любом случае, хотелось бы, в общем-то, напомнить обоим участникам известную фразу Черчилля: «Успех есть движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Желаю участникам передачи, как состоявшейся, так и ее будущим, как и самой передачи, не потери энтузиазма. И вот и подошел к концу наш проект. Валентин, тебе сумно? Да. Шок, расстройство, удивление и, конечно же, радость того, что это все закончилось. Карнавала не будет. Чего ж ты думала?